разве вы не почувствовали, что жить стало стабильнее? Цены трошки кусаются. Госкомстат говорит, что снижаются цены. За май впервые за последние годы кризиса у нас увеличился на 1.5% товарооборот. А это значит, друзья мои, что жить стало веселее, жить стало лучше. Скажите, а как вас зовут? Александр Наумович. А почему вы сюда выходите? Что вас заставляет? На пенсии денег мало. Вам не хватает, да? Хватает. А скажите, как вы относитесь к тому, что сейчас по телевидению рассказывают о том, что настала стабильность, и жизнь стала лучше, жизнь улучшается, скажем? Жизнь стала хуже. Хуже? Намного? А в чем это выражается? Просто раньше денег хватало, кроме за еды еще кое-что, что сейчас не хватает. Светлана Николаевна, скажите, пожалуйста, как вы считаете, правда ли то, что нам сейчас рассказывают по государственному телевидению и по каналам, которые принадлежат олигархам? То есть то, что жить стало лучше за последнее время, жить стало веселее и что настала наконец-то экономическая стабильность? Конечно, рассказывают нам неправду, потому что экономической стабильности мы сейчас пока не наблюдаем. Говорят, что вам очень сильно повысили пенсию. Нет, пенсию нам не очень сильно повысили. Нам ее и не повышали. Правильно. А цены возросли, да. Госкомстат говорит, что снижаются цены. На эти... Пойдешь, посмотришь, колбаса, мясо постоянно растут цены. Госкомстат говорит, что снижаются. Но говорят, что сейчас наступила стабильность, жизнь стала значительно лучше. Вы этому верите? Нет, не замечаю пока. А что вас заставляет сюда выходить продавать? Что выходить? Хочешь на хлеб заработать, потому что работы нету. Как-то жить. Но пенсия маленькая, так что минимально. Вот, как хочешь, так и живи. А это значит, друзья мои, что жить стало веселее, жить стало лучше. Жить стало веселее. Жить стало лучше, жить стало веселее, 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 жить стало лучше, жить стало веселее. Жить стало лучше, жить стало веселее, жить стало лучше, жить стало веселее. Деньги не вздумай. Жить стало лучше, жить стало веселее. Жить стало лучше. Приглашение. Доброго дня. Я Олег Шинкаренко, а сьогодні ми з вами поговоримо про громадське мовлення. Державні телеканали з усіх сил промивають нам мізки державною пропагандою. Хоч ви там всі повиздихаєте з голоду, а жить стало лучше. Така сама ситуація і на телеканалах, що належать олігархам. За преференції у бізнесі вони готові танцювати польку-бабочку перед владою. Який же вихід? Тільки громадське мовлення. Один з варіантів громадського мовлення – це британська телерадіокорпорація BBC. Кожен мешканець Великобританії, купуючи радіоприймач або телевізор, сплачує невеличкий податок, з якого фінансується цей заклад. А що ж у нас? Громадська гуманітарна рада при президентові України розробила проєкт громадського мовлення. Він нагадує комедію. Уявіть собі, керівник громадської телерадіокомпанії, а також всі її співробітники, включно із журналістами, будуть мати статус державних чиновників. Таким чином, ця компанія залишається під державним контролем. Як ви гадаєте, чи будуть там об'єктивні новини? Скажите, а как вы считаете, нужно ли нам общественное телевидение, независимое от олигархов? Конечно, нужно общественное телевидение, чтобы каждый журналист мог всегда высказать точку зрения населения, всех людей, чтобы всегда мог сказать правду, чтобы на журналистов, на наших никогда не давили никто, ни олигархи. А вы чувствуете, что нам что-то не договаривают в новостях? Ну, на каждом канале, вы знаете, кто руководит этим каналом, он... Устраивает информационную политику. Да, и каждый журналист уже на каждом канале, особенно вот раньше, когда был телеканал «Киев»,
Так, когда Черновецкий был, непосредственно руководил городом, то все говорили только о Черновецком, журналисты. Ну, а сейчас уже... Похожая ситуация, только относительно других персонажей. Ну, так и на каждом телеканале в основном.